Всем привет, и мы продолжаем проходить Хогвартс. У нас сюжетка. Мы идем делать палочку хранителей, правильно? Так. Все, поехали. Ну, давай. Здравствуйте, мистер Оливандер. Возможно, вы могли бы мне кое с чем помочь? Да. Профессор Фиг прислал мне сову, чтобы сообщить о вашем визите. Он не слишком-то много объяснил в своем письме. Передал, что вам нужно смастерить особую волшебную палочку и что вы принесете необходимые материалы. Да, сэр, вот они. Ух ты! Как необычно! Поразительная конструкция. Буду с вами откровенен, мне еще не доводилось смастерить волшебную палочку под... Разумеется, я чинил сломанные палочки. Но это нечто совершенно иное. Испытываете мои навыки, да? Полагаю, что смогу работать с тем, что вы мне принесли. Посмотрю, что удастся сделать. Спасибо. Ой, а что с ресницами? Вот и готово. Новая палочка. Симпатичная. Должен предупредить, что впервые вижу подобную палочку. Подозреваю, что, как и сказал в письме профессор Фиг, она предназначена для особой цели. Сомневаюсь, что она вообще годится для обычного волшебства. Я понимаю. Да? Спасибо, сэр. Серьезно? К сожалению, тебе не помогут. Я подстроил так, что мы тут одни. Чё, драться будем? О, тише. Обойдемся же без драмы. В свете того, что теперь известно Ранраку, согласись, у нас общие интересы. У нас не может быть общих интересов. Позволишь гоблинам забрать то, что принадлежит нам? Последнее хранилище принадлежит волшебникам. Логичнее объединить усилия. Что там у тебя? Не связан ли этот внезапный визит к Оливандеру с нашим общим делом? Я понятия не имею, о чем вы. Это хранилище мое по праву! Чарльз Руквуд предпочел бы, чтобы вы держались от него подальше. Как же глупо. Бессмысленно пытаться взывать к разуму ребенка. Я всегда говорил, детей должно быть видно, но не слышно. Блин, нас похитили. И чего? Че, будем драться? О! Я ж нажала. Ну-ка, вот эти штуки мне надо пособирать. Это было больно. А, я не помню, как аптечкой пользоваться. Вы уже находитесь в пункте назначения. В каком еще пункте назначения? А, вон, вниз.
И куда это пыльнуло, блин? У вас тут много, ребятки. Окружили меня. О. Не получится. Так. Отлично. Не собирается. Надо использовать, чтобы вот эти вот пособирать. Угу. Этот какой-то сильный чувак. Угу. Давай, дохни уже. Ага. Взял козел, похитил меня, а? Ну это ты зря, конечно. Блин, что так много врагов-то? Взгляни-ка наверх. Да сейчас. Нашел дурака, взгляни наверх, говорит. О, о, моя прелесть. Моя прелесть. А ты ведь неплохо проводишь электричество, да? Да, неплохо. Очень неплохо. Ты еще не сдох? Стоило примкнуть ко мне. И? О-о-о-о-о! О! Это прям как в Гарри Поттере сейчас было. А вот и Агнец на Подожди! Руку видит. Надо мелких убрать. Ну-ка, иди-ка ты отсюда. Где руку-то? Нет. А почему? А, во! Как мало жизни снимает. Заметила. Так, кто-то здесь этих вызвал. Слышь, тебя еще тут не хватало, умник. Угу. Эй! Вообще не тем заклинанием, ну не того, вернее. Зачем ты этого... Ай! Где ты отсюда? Пробил не того врага, которого я хотела. Ну-ка. Все. В смысле, еще раз? Да ты чего? О, ну просто на кусочки. Круто, мы завалили Рукода. Даже не верится, правление Рукода наконец-то окончено. Ура, мы завалили Рукода. Сообщить об этом Нати. А пока вернусь-ка я в зал картографии и расскажу профессору Фигу, что произошло. Ага, без проблем.
Так, это что? Зал картографии, да, у нас? Так, а с Натей у нас не появилось, да? Последнее хранилище. Хорошо. Здесь ничего не появилось. Тоже никаких заданий не дали. Ой. Закрыла. Где-то внизу, блин. Давайте вот сюда. Так. Надо еще как-то... на поиски новых приключений? Да, да. У меня не активировано? А, нет задач. Во. Ну, в ту сторону бегу, блин. А здесь же точка перемещения была, да. Блин, ладно. Давай пообщаемся. Виктор Руквуд мертв. Он напал на меня у лавки Оливандера, когда я была с палочкой хранителей. Мне пришлось защищаться. Годрик, его сердце, вы в порядке? Я прекрасно знаю, что вы способны себя защитить. Видел это не раз. Но сам Виктор Руквуд... Он бы убил меня, как только нашел хранилище, если не раньше. У меня не было выбора. Вы правы. Он не оставил вам выбора. Вы сделали то, что нужно было сделать. Сообщество волшебников в неоплатном долгу перед вами. Спасибо на добром слове, профессор. Я готова двигаться дальше. Хорошо. Ведь нас уже ждут хранители. Уже? Так быстро? Как так? Ну-ка, давайте. Вы прошли все наши испытания. И вам это удалось в таких обстоятельствах, которых даже я не предвидел. Теперь вы понимаете, почему все это было необходимо. Портал, сейф, медальон, книга. Чтобы убедиться, что тот, кто наделен нашим общим даром, сделает тот же выбор, что сделали Сан, Нилф, Чарльз и сделал я. Теперь вы увидели мои воспоминания и понимаете, что именно стоит на кону. Внешность иногда бывает обманчива. Как вы знаете, ни света без тени, ни тени без света не бывает. То, что вы можете устранить тьму, не всегда означает, что вы должны это делать. Даже самые благонамеренные и умелые среди нас не знают точно, каким последствиям приведет вмешательство в то, что должно быть нам недоступно. То, что находится в хранилище, нельзя высвобождать. Противьтесь искушению уничтожить это или взять под контроль. Магию, умение пользоваться, которой вы так тщательно отточили, теперь следует использовать только для защиты нашего секрета. Волшебная палочка у вас есть. И вы поймете, когда нужно ее использовать. Наше наследие в ваших руках. Так, это что, все, финал? Это что, прям финал-финал? Можно только надеяться, что мы еще не опоздали, и за этой дверью нас ждет лишь нетронутое хранилище. Ну, пойдем. Музыка. А меня выкинут потом в мир? У меня как бы с Натей вопрос не закрыт. А у меня остается надежда.
одежда на чары, защищающие замок. Может, они спасут нас и от вторжения снизу? Боюсь, едва ли дело обстоит так. Если они еще ничего не сделали, то, уверяю, скоро сделают. Вам удалось поговорить с профессором Уизли? Да. Надеюсь, она и остальные скоро прибудут. Они знают, где найти дверь, через которую мы вошли. О! Ага, остановите гоблинов. Раз его сторонники здесь, то и он должен быть неподалеку. Мы с вами и не через такое проходили. Я обыскаюсь! Это должно быть где-то здесь. Думаю, мы уже близко. Будет доволен нашей работой. Валим! Что такое? Эй! Не того жахнуло, блин. Ой, ёх ты. Во, вот это надо собирать. Так. Нетушки. Чё вас так много-то? Алло. Стояло двое или трое, блин. Знаете чё? Мне нужно вот это вот поменять. Вот на вот эту вот. Всё? Отлично. Этот бур загораживает нам путь к нему. Нужно его убрать. Каким образом? Секундочку. А, да? Вау! А ты красавец, ты молодец. Ой, тролль. Два. Сразу два тролля. Ва! 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 Да, блин, сразу два тролля. Вот это махач. Попотеть придется. Ай! Я забыла нажать Y. Ты давай разгоняйся. Там своих можешь даже подбить. Оп! Ну-ка. Ага, молодец. Ну-ка, помучайся тут чутка. Стрелок хренов. О! Тролль! 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 Попал! Попал! Ну куда так? О! Я, блин, пытался вспомнить. А где наш этот препод? Почему я одна опять тут? О! Вот так вот, красавчик. Три? Так, минус один. Опять появились, что ли? Да вы чё? Гоните, что ли? Ну-ка, месиво устроим тут. Ага, попытайтесь, попытайтесь. Красавцы.
Угу. Поставь меня! Все? Ура! Что дальше? Мы справились. Профессор, та стена. Через нее можно пройти. Моя юбка. Сработал. Вперед. А, больше не могу, 25 максимум. Должно быть, Ранрок уже близок к тому, чтобы найти хранилище. Боюсь, вы правы, профессор. Но нам остается только продолжить поиски. Люмос! Слышите? Впереди еще гоблин. Что это? Нормально так поставили, кстати. Ну, врагов подсунули. Да, кучкой нападают. Такое себе. Ой, не могу больше. Да не того. Ну ладно. Какое? Фиг ли тебе? Вообще места нет. А еще? Угу. Арбалетчик. Так, ну пока справляемся, двигаемся дальше. Ой, блин. О, друзья. Преподы. Но это уже мы уравняли силы хотя бы чуть-чуть. Гоблины как-то смогли преодолеть защитные чары замка. Дай мне здесь сюда. Мы быстро с ними расправимся. Ха! Они справятся. Да? Ладно, пошли. Спасибо. Как всегда вовремя вы, ребята. А, ты вообще в этого, да, стрелял? Стреляла. О! Кстати, а бочки взрываются? А, они пропали. Забавно.
Ага. Блин, мне места нема. Так, тролль. Ой-ой-ой. Куда так много она бежала? Так, кошмар. Что творят вообще? Так, нам тут помощь пришла, да? Я правильно понимаю? Да ты надоел уже. Не стреляй, мелкие. Ну-ка, на тебе по мордам. Вау! Свидули! Ой! Еще один? Да куда вас столько? Куда вы беретесь? Боюсь спросить. Красавица, молодец. Профессор Уизли. Так, и что это, хранилище? Последнее? Что-то два железных вот этих мужика с мечами меня сильно напрягают, если честно. Ой, блин, я так и знала. Ну как так, а? Это типа хранителя? Ой-ой-ой, только не это. О, круто. Стражи, стражи. Открыли. Вложено. За это умерли Мириам, Джордж, ваш друг Лодгок и несчетное количество других. Мириам считала, что эту забытую магию можно использовать ради большого блага. Но она не осознавала рисков. Она не видела того, что вам показали хранители. И того, что показала вам Исидора. Теперь вы хранитель сокрытой силы. Что вы намерены с ней делать? Я? Я сомневаюсь, что хорошая идея ее открывать. Я не стану открывать хранилище. Рад это слышать.
Я тут подумал. О чем, профессор? Я весь год пытался сохранить наше приключение. У нас две концовки. А я могу пройти и посмотреть потом. Но теперь сомневаюсь. Если открыть. Не следовало ли все рассказать и раньше, и другим? Больше им доверять. Хранители хотели, чтобы эта тайна оставалась сокрытой вечно. Долго ли вы сможете ее хранить? Ой, сокрытой вечно. Долго ли вы сможете ее хранить? Пока что я буду хранить ее вечно в тайне. Блин, пока что типа я сейчас буду хранить, а потом могу рассказать, что ли? Хранители правы. Использовать эту магию слишком опасно. И моя обязанность — сохранить ее любой ценой. Понимаю. Но знаете, вы не одиноки. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Ранрок? Волшебники так высокомерны. Это хранилище построили гоблины. И оно наше. Довольно, Ранрок. Оно никогда не было вашим. Давненько я ждал случая взять в руки эту штуку. Это палочка Мириам. Ей нужно было просто отдать футляр. И ничего этого не было бы. Глупая, самодовольная ведьма. Вы друг друга стоили. Она тоже не могла отступить. Ой-ой-ой. Здорово. Блин, нет. Капец. И что ж, так. Ребят, я предлагаю здесь остановиться на этой ноте. В следующей серии продолжим. Это у нас финал. Потому что время под 40 минут. Я не знаю, сколько у нас там будет продлиться. Будет ли еще что-то. А то у меня за час так перевалит. В общем, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. В следующей серии у нас будет финальный бой.